Всем привет, ребята. Погоды нету и не выпускаю голубей. И у самого настроения нету. И еще и надо голубятни чистить, надо готовиться. Готовиться к зиме. Там яйца, перо, помет, все остальное. Вон они там лазят. Кто-то на яйцах сидит, хотя яйца все попрокалывают. Так что вот сижу, смотрю на них и настраиваюсь на уборку. Надо переодеваться, а это займет часов, наверное, 4-5 часов минимум. Это 112 гнезд, каждое почистить. Полы-то ладно, это более по-быстрому, а вот гнезда с гнездами сложнее. Ну, посмотрим. Так, ну, голубей всех выгнал. Ну, придется сейчас потихонечку начинать убирать. Там вон птенцы у меня. Несколько штук птенцов все-таки я прозевал. Ну, те были. Здесь вот в гнезде вон два штучки сидят. Здесь я вот тоже профукал, я не знаю, как я смотрел. Ага, там вон голубка на яйцах сидит. Вот еще птенец. Ну ладно, буду стараться прибирать яйца везде. Ну и помет и все остальное. Очень грязные гнезда за сезон. Очень грязные. Перьев вон целая куча. Так что потихонечку начну. Ну, там уже дальше посмотрим. Ну вот, как бы все почистил, все гнезда почистил, полы, пылесборники почистил. Осталось только продезинфицировать. Тут пришлось пару пескунят в котельную отнести. Замерзли, уже начали в мир иной отходить. Тут вот два таких, ну, которые повзрослее, они, ну, в общем, живые, нормально жмутся друг к другу и как бы греются. А там два совсем маленьких, в общем, потрогал, они как камни холодные, уже рты раскрывают, не знаю, выживут, нет. Ну, в общем, вот как мог, так убрал, в общем, все почистил. Гениально! Все гнезда. Верх почистил, вот здесь еще вот, здесь два пескуненка, вот, вон они там сидят, два желтых там, там тоже, по-моему, желтый сидит, что-то одни желтые, вот, ну, вон там два черных, ну, в общем, все, что смог, сделал, пришлось даже открыть окно, снять, а вон мои негодяи гуляют, солнышко даже вышло, думал, дождь пойдет. Вот выпустил, вот они гуляют, а я как бы занимаюсь. Вот, осталось только лишь сделать дезинфекцию. Надо все-таки поставить, будет стекло, поставить. В общем, ну это можно сделать, это сделаю, наверное, с голубями. Вот, поставлю однохлористый йод. Ну и как-то так. Очень тяжело чистить вот эти гнезда. Это время на это все уходит время. 112 гнезд, каждое вытащи, почисть. Вот, ну, в общем, я как смог, так все сделал. Вот, в общем, я так думаю, что до весны уже, наверное, голубятню чистить не буду. Особенно бетон, чтобы они тут наделают. Он будет сухой, ну и будет все хорошо. А сейчас уже надо было, потому что пера достаточно много было в нижних гнездах. Вот пылесборники, они были нижние все забиты. Сейчас все открыто, все хорошо. Вот бетон, ну, можно сказать, сухой. Вот здесь побрызгал, вот подметал. Так что как-то так. Ладно, пока. Так, ну вот молодежь. Залетела и полетели. Уже, наверное, минут 20 мотаются. Я думал, они сядут, они опускались.
трое сел, а эти опять полетели. Вот они. Все молодые. Чуть-чуть приподнялись, вон, и разлетаются. А все взрослые уже там, уже воюют, уже гадят, уже все у них отлично. Я сейчас покажу. Сейчас как бы и заходить в голубятню не стоит. Потому что они, сейчас их бросишь, они, их кто-нибудь схавает. Взяли и поперлись. Время первый час дня. Я никогда в это время не гонял голубей. Вон. Высоту начинают набирать. Посмотри на них. Вот маленькая кучка. Вон поразлетелись. И кайфуют, в общем. Вон они. Да, хорошо ушли, уже набирают ближе к средней, и все в разброс начали летать, негодяи, посмотри на них, начинают там на хвост кувыркаться, и все поразбрелись, да. Плохо их видно уже, вот так, еще ближе, вот они. Этих, вон они, в общем, поразбрелись, начинают там барахтаться, кто где, вон они, высоковато, если так отдалю, их и вообще не вижу в камеру, вон они к средней уже ушли. Вот так вот. Ну, молодцы. Вот кучка собралась. Так, на всю. На всю. Что-то я их не могу поймать. Потерял я их. Вон, желтого еле-еле видно. Где-то там. На синем небе вообще желтых плохо видно. Ладно, так, что-то не могу поймать. Ладно, очень они хорошо ушли. Так. Ну, остальные, ну, там сидят, и этот, я не знаю, что бери, хоть и я саживаю их. Очень улетели. Улетели голуби наверх. Ладно, пока на паузу или... Все, сейчас покажу. Вот они там. Они воюют. Они воюют. Кто-то вот в вольере сидит. Кто-то в вольере сидит, а эти там войну устроили. Чисто, хорошо им, и у них там война. Так, вон они. Куда ты тут играешься на мне? Ух ты, кто-то, конечно, обиделся. Яйца повыкидывал, целое гнездо собрал яиц. Сейчас их выгоню. Так, вот одного желтого только вижу. А остальные все исчезли в голубом небе. Ни одного. Там все молодые были. Я не знаю, может быть, один-два было. Вот я пока выгнал голубей. Взрослые никуда не делись, они сидели. Сейчас я попробую их спугнуть чуть-чуть. Не вижу. Все голуби исчезли. Может быть, кто-то разогнал их, но на кругу нету. Вон одного белого, нет, двоих вижу. Вон там. Не знаю, будет видно, вот так на всю приближу. О, поймал. Поймал. Краснорябы там, по-моему, и
белый. Так, ладно, надо их осаживать. Там была нормальная кучка, штук 10. О, кошара бежит мой. Сейчас пока на паузу попробую спихнуть их. Так, ну этих я подпугнул, но они особо и не хотят. Голуби, в принципе, они и накормленные с утра были. Вот и молодых мог позагонять куда-то. В общем, не вижу никого. Не вижу, кто где. Ну и ладно. Сегодня день не для гона, вообще обещали дождь, поэтому настроился, долго настраивался и как смог, так и почистил. Тянуть дальше уже некуда, это уже, можно сказать, в этом году последняя уборка голубятни. Вон там кто-то сверху опускается. Дикари или... Это или вороны. Вороны идут. Пикируют. Но эти нет. Не хотят идти. Не хотят. Вот кучка маленькая поднялась. Солнце мне неудобно. Кучка поднялась. Сейчас на паузу. Куда-нибудь отойти бы. Так тут и спрятаться некуда. Такое время, что солнце наверху стоит. Даже не знаю. Вот кто-то даже поиграть решил. Пускай собирается. Чернохвостая старуха. Банда большая, и вот они. Ну и их надо вечером поднимать было. Вечером или утром. А утром дождь немножко шел, потом перестал. Чистка. В общем, не знаю, где я. Где стая моя молодых. Черт его знает. Эти лентяи не хотят лететь. Я же показал, они все сразу в голубятню занырнули. Ну, не знаю. Кто опустится, тот опустится. Здесь уже ничего не поделаешь. Там желтых штуки 3 пошло. Ай, ладно. Флаг им в руки. Сколько полетают. Вроде бы туч нету, это только если сапсан разогнал и кого-нибудь сожрет, ну одного, остальные-то должны как-то найтись. Вон гад красный, где забивается, садится на чужую крышу, курва. Так, ладно, пускай летает. Так, ну вот, загнал голубей уже. Время уже, в принципе, 3 часа. Солнышко пока еще светит. Он насыпал, ну полы еще более-менее чистые. Я с утра чистил, насыпал, чтобы они быстренько покушали, чтобы не дрались, а в кормушках. Сейчас поедят, а я пойду приготовлю им однохлористый йод. Пускай они посидят, почихают. Обязательно надо сегодня это сделать, потому что там все почистил. Ну, желательно чуть-чуть, вот, чтобы и голуби пускай подышат немного. И все вот это вот однохлористый йод, он впитается. Все сейчас чистое, помета нету. Кроме того, что они уже успели наделать. Вот, и потихонечку надо будет их обкурить, можно так сказать. Вот. Сейчас они
покушают, а я пойду пока все приготовлю. И почему-то я так думаю, что у меня несколько штук так и не опустились. Вот то, что стая поднималась. Сейчас искал краснорябы здесь. Вот, ну мне пришлось уезжать. Вот этот такбаш, он уже здесь. А вон он, свинья жрет здоровая. Вот, ну не знаю. В общем, я так приблизительно посчитал. Там, по-моему, 6 или 7 штук было. Вот двоих видел, а четверо куда-то пропало. Может, пока я в город уезжал, они сели. Голуби были открытые. Ну, в общем, не могу сказать, куда кто делся. Сейчас они все покушают, попьют. Потом буду загонять и будем мы дышать. Так, ну все, закрыл я. Закрыл голубей, загнал. Вот у меня чуть-чуть здесь проволоки есть. Вот он, 3-литровый баллон. Он там на дне проволока, правда. Однохлористого йода у меня осталось уже, вот с прошлого года уже совсем чуть-чуть осталось этого. Как бы будет, я думаю, ну, с голубями, я думаю, этого будет достаточно. Вот он, вот, на мою голубятню, вот здесь сколько, ну тут грамм 200, и того, наверное, не будет. Вот уже вот там реакция потихонечку идет. Сейчас она сильнее пойдет, и мы все, вот это вот ведерко, поставим баллон, и чтобы если даже начало брызгать, так, закрою хорошо нижний литок, закрою, и пойдемте поставим голубям. Так. И ребята сейчас будут сидеть и дышать. Пыльно, уже пыльно делали. Вот. Уже видно даже на камере пыль видно. Вроде бы и под металл, и все остальное, а пыль все-таки есть. Не знаю, может быть, надо было и побелить полы. Но двери в голубятню я пока не закрываю. А тут еще этот уже вон. Уже дым потихонечку идет. Ну и пыль тоже присутствует. Ну, ничего. Вот. Уже запах пошел. Запах идет. Так что сейчас они надышутся. Ага, боятся. Вот так, давай. Летайте, разгоняйте весь дым, подышите. Так, все, я уже дышать не могу. Вон, дым уже красный такой идет. Пускай они летают. В общем, это все на 20 минут. Все. Я больше так не могу. Так, ну вот и 20 минут прошло. Открываем. Здесь небольшой кумар стоит. Ну, все даже живые и здоровые. Никто даже не чихает. Все, забираем ведерко. Оставляем открытую голубятню. Сейчас литок открою. Так. Все, пускай они выходят, пускай проветривается. Вот они. Ну, запах нормальный запах такой, ничего страшного с ними не будет, уже повыбегали. Ага, вылетаем. Вот он, когда краснорябы здесь, походу мне сапсан дал газу. Там на доме прилетел желторябый зеркальный. Ну, чуть-чуть грязноватый такой. Вот, но он космонавт. Вот, и вот этот гад, наверное, утащил всех. Вот. А тот голубь, вон он сидит. Вон на доме. Я сейчас попробую вот так вот, фокусировать на этот.
не хочет. Сейчас надо дверь открыть, покажу его. Ну, все, сейчас он выветрится и будет все хорошо. Сейчас на паузу. Так, ну, он что-то вот испугался, отошел. Вон он сидит. Чуть-чуть у него как бы крыло висит. Может быть, зацепил он его. Он пришел вообще вот снизу поселка. Этот голубь я в огороде стоял. Вот он низом прилетел. Этот голубь, если бы, ладно, был бы молодой. Это не молодой голубь, ну, почти год будет ему. Так что это не пескуненок, который где-то сидел. Вот, в общем, видимо, я что-то профукал. Но я бы и не увидел голуби. Голуби просто покрылись в голубом небе и исчезли. Вот, видел только вот этого акбаша и какого-то белого, светлого, других. По крайней мере, там 4 штуки еще. И вообще куда-то делись. Ну, вот как-то так. Все, они вон вышли. Они уже кайфуют. Вот и как-то так день прошел. Вон сидят на солнышке. Ну, надо будет уже потихонечку, надо будет уже закрывать и пленкой вольер, потому что эти туманы, сырость, вот ночью 3-4 градуса обещают уже вот скоро. Там плюс 1-0 градусов. Погода это погода. Ничего не поделаешь. Надо как-то готовиться потихонечку к зиме. Как-то так. Ладно, ребята, всем удачи, всем пока.